Активистка Фемен едва не сорвала пресс-конференцию Марин Ле Пен. Кандидат в президенты Франции от ультраправых представляла свою внешнеполитическую программу, как вдруг выбежала полуобнаженная девушка. Она кричала: «Марин притворяется феминисткой». Охранник схватил девушку, однако самостоятельно обуздать строптивую активистку ему не удалось, поэтому на помощь пришли еще двое. После инцидента стало известно, что кандидат в президенты Ле Пен отказалась идти на допрос полиции по делу о финансовых махинациях. Ее адвокат уверяет, она ответит на все вопросы правоохранителей, но только после проведения выборов.